Добрый день, дорогие телезрители! Через несколько секунд начнется церемония вступления в должность мэра города Иваново Владимира Шарыпова. Впервые это событие состоится в стенах музейно-выставочного центра. И это мероприятие мы готовим для вас в прямом эфире. Как раз уже сейчас все готово к началу. Внимание! Смотрим! Уважаемый Станислав Сергеевич, уважаемые депутаты, уважаемые участники торжественного заседания, на очередном 44-м пленарном заседании Ивановской городской думы зарегистрируются, присутствуют 22 депутата Ивановской городской думы, кворум для работы имеется, объявляю заседание Ивановской городской думы открытым. Рассмотрение основного вопроса о вступлении в должность избранного главы города Иваново Владимира Николаевича Шарыпова. Уважаемые депутаты, уважаемые участники сегодняшнего пленарного заседания, 3 июля 2019 года депутаты Ивановской городской думы избрали главой города Иваново Владимира Николаевича Шарыпова. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Устава города Иваново, при вступлении в должность избранного главы города Иваново он приносит присягу. Владимир Николаевич, прошу вас принять присягу. Я, Шарыпов Владимир Николаевич, вступая в должность главы города Иваново, торжественно обещаю уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности главы города Иваново, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города Иваново. Владимир Николаевич Шарыпов вступил в должность главы города Иваново на установленный уставом города срок. Владимир Николаевич, мы вас поздравляем и позвольте вручить вам символ главы города Иваново. Слово предоставляется губернатору Ивановской области Станиславу Сергеевичу Воскресенскому. Уважаемый Владимир Николаевич, примите мои искренние поздравления с избранием на пост главы города Иваново. Город имеет огромный потенциал, богатые исторические и культурные традиции. Сохранение и развитие этого потенциала, забота о благополучии и комфорте жизни ивановцев – это большая, ответственная, непростая работа, которая во многом зависит от руководства муниципалитета. Сегодня происходят глобальные изменения в экономике городов, и у города Иваново есть все предпосылки, чтобы быть в авангарде этих изменений. Город меняется, появился дизайн-код, приводятся в порядок дороги, строятся спортивные сооружения. К
Кстати говоря, 7 июня Росавтодор приступил к проектированию восточного обхода, который серьезно повлияет и на экономику, и на экологическую ситуацию в городе. Важной задачей является создание по-настоящему комфортной городской среды, благоустройство дворов, общественных пространств, эффективное здравоохранение, система образования и многое другое. Все это необходимо для того, чтобы люди хотели жить и работать в городе Иваново. Цель нашей работы, с нашей совместной работы, это повышение качества жизни граждан. Правительство Ивановской области, в свою очередь, готово оказать всемерную поддержку всем вашим положительным начинаниям и проектам. Убежден, что ваши деловые качества, опыт работы, знание проблем и ответственность будут способствовать по-настоящему плодотворной работе, направленной на дальнейшее развитие города. Еще раз вас поздравляю. Слово предоставляется Шарыпову Владимиру Николаевичу. Дорогие друзья, во второй раз я принимаю столь высокий пост. Сейчас я испытываю радость и гордость за оказанное мне большое доверие. Вместе с этим я чувствую огромную ответственность перед каждым жителем нашего города. 2,5 года я работал с максимальной отдачей, невзирая ни на какие обстоятельства. Но я всегда знал, что делаю вместе с вами великое дело. И это давало мне силы преодолевать все возникающие трудности. Иваново – мой дом. Я всегда ощущал себя его частью. Знаю его историю с первых рук, как и у любого коренного жителя. История города тесно переплетена с историей моей семьи. Я понимаю проблемы и надежды ивановцев. Вижу, как многим сейчас живется нелегко. И я обещаю, что сделаю все от меня зависящее для того, чтобы жизнь в нашем городе менялась к лучшему. Сегодня я хочу выразить благодарность депутатам городской думы, второй раз вновь доверившим мне родной город, членам общественного совета и моей команде в мэрии за то, что берут на себя часть моей ответственности. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Ивановской области Станислава Сергеевича. Станислав Сергеевич в сложный для меня час нашел нужные слова для того, чтобы развеять мои сомнения. Я чувствую поддержку ивановцев, она служит мне ориентиром и позволяет убедиться в верности выбранного пути. Все вместе сообща мы меняем ивановскую землю к лучшему, не только для сегодняшних ивановцев, но и для наших детей и внуков. Ивановский край стоит на пути серьезных положительных преобразований. Сердце области, город Иваново, тоже с каждым годом преображается. Я верю в наш регион, в наш город, в его жителей. Для нас нет ничего невозможного. Уважаемые участники торжественного собрания, объявляю пленарное заседание Ивановской городской думы закрытым. Николаевич, еще раз примите самые добрые, теплые слова поздравления. Спасибо вам. Ну что ж, на этом прощаемся и мы с вами, дорогие телезрители. Смотрите РТВ Иваново и будьте в курсе всех новостей. До новых встреч!